Всем привет! 18-й тур Мелбет первой лиги продолжается. И продолжается он в Красноярске, где на футбол-арене «Енисей». Местная команда принимает «Шинник». Эти команды уже встречались в нынешнем сезоне. Это не мудрено, учитывая, что уже начинается второй круг первенства. И, соответственно, можно уже делать некоторые выводы. Второй акт дерби купюр в нынешнем сезоне Мелбет первой лиги. В первом круге, как вы помните, команды сыграли со счетом 1-1 в Ярославле. А сейчас эта битва перемещается в Красноярск. Вот и активизировались болельщики «Енисея», как, собственно, и «Шинник» сейчас активизировался в атаке. Андреев красиво сыграл. Что придумает Андреев? Неужели сам будет завершать? Да, смещается в штрафную и забивает Игорь Андреев. 12-я минута. Казалось, что чуть притормозил атаку своими действиями Андреев. Забирает мяч под свой контроль. Дальше Андреев пробрасывает мимо Валерия Кичина. Кичин старается один в один отработать, встретить Андреева. И еще разок Андреев оставляет в стороне Валерия Кичина и забивает в дальний угол. Давайте вот здесь посмотрим, как Кичин встречает. Разгоняется Глушков. Техника у Глушкова, конечно, абсолютно потрясающая. Может он одним движением оставить в стороне и делает это. Оставляет в стороне защитников, а потом уже делом техники является для Егора Иванова забить. А учитывая, что Иванов футболист максимально техничный, он уверенно справляется с этой задачей. Гол капитана «Енисея» 1-1. Давайте смотреть, с чего все начинается. Никита Глушков классно на рывке уходит. Не успевает здесь Емельянов за соперником. Дальше еще один эпизод с дуэлью Емельянова и Глушкова. Глушков снова оказывается успешнее. Ну и затем удар в ближний угол. Егор Иванов с правой ноги вот так красиво укладывает. Как пример и как показатель гол Игоря Андреева. А в остальном, чего мы только с вами уже не увидели, а может быть сейчас увидим второй? Нет, не увидим второй гол «Енисея», потому что Александр Довбня тащит. Очень сложный эпизод для голкипера Игоря Андреева. С надеждами на его активное атакующее действие. Удар! А вот здесь «Енисей» активен в атаке. Удар из-за пределов штрафной. Хороший шанс. Не сказать, что в легкую. Готовится розыгрыш. Подача. Опаснейший момент и гол! И забивает «Енисей». 60-я минута. И чувствовали мы с вами, что гол... Вот он где-то рядом и до этого мяча дотянулся. И неужели Валерий Кичин? Неужели Валерий Кичин? Итак, да, пожалуй, здесь голевое касание от второго номера «Енисея». Может, с этого ракурса будет хорошо видно. Иванов подключает Раздорских. Подача, момент! И 3-1! И теперь уже отличается Андрей Окладников. Конечно, наработал Окладников на этот гол. Вот так дотянувшись до этого мяча, отличается Андрей Окладников. Отмечаем передачу Никиты Раздорских. Там вообще хорошо закрутили карусель в левом полуфланге футболиста «Енисея». Своевременный пас на Окладникова. И Окладников абсолютно неберущуюся траекторию нарисовал. Оставить в памяти. Так, здесь что, пенальти? Пенальти ставит арбитр. Евгений Галимов показывает на 11-метровую отметку. Низамудинов против Антипина. Разбегается 9-й номер Шинника и не попадает в ворота. Не попадает в ворота Эльдар Низамудинов. «Енисей» является самой результативной командой на данный момент. Иванов. Подача. Момент. И 4-1. Еще один мяч со стандарта. Еще один мяч, забитый головой. И очень уверенная победа «Енисея» по общему итогу 90 с лишним минут. Ждем свисток. Евгений Галимов завершает эту встречу. 93 минуты позади. 4-1. «Енисей» утрамбовал еще один гол в компенсированное время. Савельев забивает. Главные тренеры благодарят друг друга за этот матч. И очередной результативный поединок в исполнении команды Эдуарда Штейнбрехера.